Всем привет! С вами канал Владелец аквариума, и я Дима. И мой еще один аквариум, 5-литрович. С этим аквариумом все пока сложно. У меня тут нет живности, кроме улиток. Немножко я тут галактик держал, но им тут не понравилось, поэтому я их убрал отсюда. Планирую просто тут растительность держать. Вот. У меня таким образом прирощенный мох. Вот тут часть на воздухе, часть под водой, растет нормально. Вот, показывал я или нет, вот сейчас еще раз покажу. Мох даже вот выпустил такие цветоносы, что ли. И, в общем, что-то выпустил вот таким образом. Значит, ему нормально. Хочу добавить сюда свет, хочу добавить сюда грунт и в грунт что-то высадить. У меня уже был такой похожий проект. Вот. По мху ключевому, который я из Днепра выловил. Ну, нормально он себя чувствует, вот, живет, пускает новые побеги, чуть больше стал. В принципе, нормально. Вот. Островок с Монте-Карло такой дохловатый. Не нравится Монте-Карло свет, хотя воду я добавляю с аквариума большого сразу после подмены, когда там я добавляю удобрение. То есть раз в неделю я делаю подмену, и потом с того аквариума воду добавляю сюда. Но кубе, наверное, маловато света. Сделаем эксперимент со светом, посмотрим, что будет. В планах сделать свет. Вот я купил светильник такого плана на 10 ватт. Уже сегодня его разбирал, сверлил тут отверстие, пытался сделать крепление, но пока безуспешно. Ну и вот такой к нему провод с вилкой, с диммером, чтобы можно было яркость уменьшить. В планах есть задумка, как сделать, то есть тут будет подставка, скорее всего, из пластмассы или из дерева. Вот. А сзади подставка будет немножко больше габаритов аквариума. Там будет трубка, на которой будет крепиться сам светильник, соответственно. Вот. Кому интересно увидеть продолжение этого проекта, поддержите это видео лайками, оставляйте ваши комментарии, и я выложу видео уже с готовой подставкой под светильник. А возможно, если будет время, сделаю видео, как я это все делал. Ну, вот. На сегодня все. С вами был канал Владелец аквариума. Спасибо за внимание. Всего доброго.